метеопрогнозах на четверг расскажет вам Небесная канцелярия. Здравствуйте! И вас приветствует наш спонсор, медицинский центр «Семейный доктор» на Железнодорожной 34. Много лет на защите вашего здоровья. Медицинский центр «Семейный доктор» предлагает широкий спектр качественных медицинских услуг для взрослых и детей. Все виды ультразвуковой диагностики, в том числе ультразвуковое исследование плода. Более 1000 видов диагностики лабораторным методом. Помощь при заболеваниях лор-органов лазерным воздействием. Полтеровское мониторирование сердечного ритма, водительские комиссии, больничные листы. Прием ведут высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы. Болезнь можно предотвратить до начала тревожных симптомов. Медицинский центр «Семейный доктор». Ваше здоровье – наша забота. Железнодорожная, 34. 19 апреля, по данным сайта Архангельского гидромедцентра, в Северодвинске ночью ожидается 2 градуса мороза, днем плюс 4, переменная облачность, днем возможны осадки, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 19 апреля Евтихий-Тихий до Ерема-Пролетный, по этому дню судили об урожае хлеба, для этого наблюдали за погодой. Хорошей приметой было отсутствие ветра. У меня все. Солнечного настроения. До встречи!